Quantum. Трехмоторный цельнометаллический моноплан с низко расположенным крылом «Юнкерс-52» используется в воздушном флоте Германии с 1932 года в пассажирском, транспортном и бомбардировочном вариантах. Крыло самолета в плане трапециевидной формы. Подвесного типа элероны и закрылки создают аэродинамически несовершенный двойной профиль крыла. При опускании закрылков элероны зависают. Площадь крыла 110,5 квадратных метра. Обшивка всего крыла выполнена из гофрированного дюраля, так же как и обшивка хвостового оперения с подкосным стабилизатором, регулируемым в полете. Фюзеляж прямоугольного сечения с закругленными верхними углами также имеет гофрированную обшивку. Пирамидального типа шасси в полете не убирается. Стойки и подкосы закрыты обтекателями. Костыль также не убирается. В левом борту самолета имеется входная дверь. В правом борту самолета устроен большой люк для погрузки и выгрузки транспортируемых грузов, размещаемых в грузовой кабине объемом в 19,6 кубических метра. Часть грузов может быть размещена в багажных отсеках под полом кабины. Вдоль бортов фюзеляжа устроена металлическая решетка для швартовки грузов. На самолете установлены три звездообразных мотора воздушного охлаждения BMW-132. Каждый мотор развивает на высоте 1400 метров мощность в 760 лошадиных сил. Моторы капотированы. Под капотом каждого мотора расположены маслорадиаторы. Винты двухлопастные, металлические, фиксированного шага. Питание моторов горючим идет из 14 непротектированных бензобаков, расположенных по 7 в каждом крыле, общей емкостью 2450 литров. В передней части фюзеляжа оборудована пилотская кабина с двойным управлением. За перегородкой передней кабины с одной стороны смонтирована установка радиокомпаса, а с другой стороны приемопередающая радиостанция. Вооружение самолета состоит из трех подвижных пулеметов МГ-15 калибра 7,92 мм, из которых два размещены на цапфах в бортах фюзеляжа, а третий установлен сверху фюзеляжа на открытой турели. На самолете нет никакой бронезащиты. Вес пустого самолета 6500 килограммов.
Нормальный полетный вес 10 500 килограммов. Аэродинамические несовершенства как-то. Гофрированная обшивка, нескоростной профиль крыла и не убирающиеся шасси сказываются на летных данных самолета. Разбег самолета 340 метров. У границ высотности моторов на высоте 1400 метров наибольшая скорость самолета 305 километров в час. Дальность полета при скорости 240 км в час на высоте 3000 метров достигает 1400 км. В настоящее время самолет Ю-52 используется немцами главным образом в транспортном варианте. Все качества этого устаревшего самолета, его низкие летные данные, слабая огневая защита и отсутствие какого-либо бронирования делают его легко уязвимым. Запомни очертания самолета в воздухе, его уязвимые места и смело атакуй.